Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о проращивании черенков роз в картошке. В интернете есть много рекомендаций об этом способе проращивания роз. И хочу сказать, что все это обман. Я проращивала много раз розы таким способом, и через некоторое время черенки роз погибали и не проявляли никаких признаков жизни, и не давали корней. Зато вырастал шикарный куст картошки. Вот результат этого эксперимента. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Если вы добились положительных результатов в проращивании роз в картошке, напишите об этом в комментариях. Всем пока!